Здравствуйте, вы смотрите информационную программу «События». В студии Светлана Кудрявцева. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Обсудили подготовку к лету и открытие купального сезона. В мэрии Самары прошло еженедельное совещание под руководством главы города Елены Лапушкиной. В Самаре появится новый корпус детского сада и плавательный бассейн. Глава города Елена Лапушкина оценила ход строительства. Сдадут в эксплуатацию в середине лета. Самарский филиал Третьяковской галереи готовит к открытию. Городские зоны для купания и отдыха начнут работать уже в середине следующего месяца. Об этом речь шла на еженедельном совещании в администрации Самары, которое прошло под руководством главы города Елены Лапушкиной. Какие изменения ждут самарцев этим летом и что нового появится на пляжах города, узнал Михаил Ермоленко. Больше 3 километров пляжей планируют оборудовать к началу купального сезона в Самаре в этом году. Всего в городе появится 9 зон для плавания и отдыха. Безопасно искупаться в Волге можно будет в акватории рядом с очередями набережной, в загородном парке, в районе Барбошной поляны, в санатории Можайский и в Красноглинском районе. 1 из 9 пляжей также оборудуют на Волге рядом с фестивальной поляной форума «Иволга». Всего в 2023 году в зонах отдыха установят 1774 единицы пляжного оборудования, среди которого будет и новый инвентарь. Это кабинки для переодевания, детские игровые комплексы, пляжные теневые навесы, качели, дополнительные контейнерные площадки. До начала сезона на территорию пляжей завезут новый песок и обследуют дно. Ориентировочные даты проведения у нас 4.06 по 13.06. Все пляжи пройти водолазным обследованием, для того, чтобы уже потом спокойно их открыть. Обсуждая подготовку зон для купания, глава Самары обратила внимание на состояние инвентаря, которым на протяжении многих лет укомплектовывают пляжи города. По техническим характеристикам все отвечает нормам. Однако на каждом пляже очередей набережной инвентарь разный, отличается по цвету, размеру и стилю. Елена Лапушкина поручила профильным департаменту и муниципальному предприятию продумать план, по которому постепенно заменят и приведут к общему стилю все комплектующие пляжей. В пример, глава города привела концепцию, по которой торговые площадки на набережной приведут к единому облику. То же самое нужно сделать и с лавочками, зонтами, раздевалками и другим инвентарем. Давайте обсуждать, чем можно их заменить. И их надо приводить вот в соответствии все очереди набережной. Надо какой-то общей тоже концепции, как по киоскам идем, так надо и здесь по оборудованию. Купальный сезон планируют открыть 15 июня. Городские пляжи будут работать до середины сентября. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События. Новый корпус детского сада возводится в Самаре в границах улиц Воронежская, Старозагора, проспект Кирова и Московское шоссе. Он рассчитан на 240 мест. А в Куйбышевском районе на завершающем этапе строительство плавательного бассейна с 6 дорожками. Укладываются ли подрядчики в сроки, проверила глава Самары Елена Лапушкина. И подробности в нашем сюжете. Новый корпус 332-го детского сада возводится в Самаре в границах улиц Воронежская, Старозагора, проспект Кирова и Московское шоссе. Он рассчитан на 240 мест, в том числе 80 ясельных. Его появление с нетерпением ждут жители окрестных домов. Очень хорошо. В наше бы время эти садики, а то не знали, как, куда детей водить так далеко. Сейчас хоть внуки будут наши водить детей в садик. Очень рады. Такой район большой, и не было садика. Спасибо тем, кто строит. Строительство детского сада стало возможным благодаря национальному проекту демографии, инициированному президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Он поставил задачу до конца 2023 года обеспечить 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет. Большое внимание этому вопросу уделяет губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. На завершающих этапах сейчас работа по устройству фасада и кровли. Закуплены все необходимые строительные и отделочные материалы. На первом и втором этажах приступают к чистовой отделке. Ближе к концу мая завершится предчистовая отделка 3-го этажа. Выполнены все работы, касающиеся возведения здания, ограждающей конструкции. Видите, да, фасад уже фактически весь завершен с нанесением рисунка. Кровельные работы все выполнены. Внутри выполнен 1-й и 2-й этаж в предчистовой отделке. Ведутся работы по 3-му этажу по черновой отделке. Ход строительства на контроле главы Самары Елены Лапушкиной. Пока подрядчики не подводят, прошли весь детский садик, внутри уже идут отделочные работы. Есть полностью материал закупленный, отделочный материал и строительный материал. Достаточное количество рабочих сейчас на стройке находится.
Куйбышевском районе по адресу Калининградская, 9 близится к завершению строительства бассейна. В ближайшее время компания-подрядчика приступает к испытанию гидроизоляции чаши. На сегодня произведены все самые трудоемкие работы, проложены и подключена к центральной сети подводящая сеть отопления. Практически полностью выполнено устройство фасада, монтаж систем вентиляции и дымоудаления. Основной упор сейчас на чистовые работы – штукатурку и облицовку стен, укладку напольной плитки. Работа на завершающем этапе. Плитка выложена везде. Плиточное покрытие здесь на полах и частично на стенах. В основном стены под покраску. Они сейчас подготовлены, так как идут еще строительные работы. Чтобы не повредить эти покрытия, они будут окрашиваться в последний момент. Ход работы оценила глава Самары Елена Лапушкина. Этапы работы на том месте, где они должны быть по графику. Также ведутся отделочные работы, уже ведется гидроизоляция чаши. На следующей неделе запланировано испытание гидроизоляции чаши. Будут заполнять бассейн водой. Установлено основное оборудование в подвале. Мы это видели по очистке воды и по обеззараживанию воды, по наполнению бассейна, по подогреву воды. Установлена система очистки самой современной. Очень радует, что это российское оборудование. В ближайшее время приведут в порядок и примыкающую к бассейну территорию. Справа возле ДК появится тротуарная плитка и клумбы, а слева парковка для посетителей. Виктория Шарая, Николай Епифанов. События. 15 мая в мире отмечают День семьи. Цель этого праздника – обратить внимание на семейные ценности. В этот знаковый день глава города Елена Лапушкина встретилась с многодетными семьями, чтобы их поздравить и обсудить самые актуальные вопросы. Подробности в сюжете Галины Топилиной. Чествование многодетных семей в торжественной обстановке прошло в администрации города. Почетным знаком за заслуги в воспитании награждены 5 семей, воспитывающих 2 и более детей. Ребята имеют достижения в учебе, спорте, творчестве, науке и искусстве. У Ирины и Дмитрия Шапкиных 6 детей. Старшему 18, младшему 8. На церемонию приехали вместе. Ирина – педагог по профессии. Вся ее жизнь связана с воспитанием подрастающего поколения. И на работе, и дома. В этом она видит свое призвание. Муж Ирины, Дмитрий, супругу поддерживает и отмечает, детей в семье должно быть много. Ты точно будешь одинок. Вот. Потом, когда тебе еще осчастливят внуками, то вообще будет веселая жизнь. Идея создания семейного музыкального ансамбля пришла несколько лет назад. Дети с удовольствием играли на музыкальных инструментах. Затем семья Шапкиных организовала детский оркестр. Огонь родного очага, любовь, забота и поддержка близких – самое важное, что есть в жизни каждого человека, отметила мэр города. Институт семьи – крайне важный институт для государства. Это стабильность нашего общества, это поддержание традиций нашего государства. И вы в это вкладываете все свои силы. Я вас еще раз поздравляю с этим праздником. Очень надеюсь, что в ваших семьях всегда будет мир, лад, любовь. После церемонии награждения участники обсудили вопросы воспитания, образования и развития подрастающего поколения. Встреча продолжилась в онлайн-формате вместе с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. В видеоконференции принимали участие многодетные семьи со всего региона, семьи с приемными детьми и семьи участников СВО. Глава региона поздравил всех с праздником, отметив, что поддержка семейных ценностей – первостепенная задача. Все участники встречи смогли пообщаться с губернатором, задать вопрос, рассказать о своем опыте воспитания и выступить с инициативой в сфере поддержки семей в Самарской области. Галина Топилина, Константин Головин. События. Выставки, мастер-классы, награждения и творческие номера. Промышленный район Самары отметил юбилей – 45 лет. Праздник прошел в парке Гагарина. Жителей поздравили глава Самары Елена Лапушкина и глава района Данил Морозов. Подробности в сюжете. Промышленный район Самары отметил юбилей – 45 лет со дня основания. Он был образован как административная территория в 1978 году. Праздник организовали на территории парка имени Юрия Гагарина. Глава Самары Елена Лапушкина и глава района Данил Морозов побывали на творческих площадках и поздравили жителей. Промышленный район, несмотря на то, что он самый молодой, он самый крупный по численности жителей, он один из крупнейших по территории района. На территории этого района сосредоточено большое количество знаний,
знаковых промышленных предприятий для города, большое количество уникальных производств. Здесь есть замечательные школы. Ну и, безусловно, прекрасные люди, которые развивают район. И пожелать я, конечно, хочу развития района, и хочу пожелать им стабильности, мирного неба над головой, здоровья жителям и процветания предприятия. Юный возраст в историческом плане, но очень многое за это время сделано. У нас строится огромное количество жилья, у нас строятся парки, ремонтируются, строятся дворовые территории. И все это возможно, конечно, в первую очередь благодаря людям, жителям промышленного района, которые являются нашим главным достоянием. Глава города и глава района вручили юным спортсменам заслуженные награды за победу в районном этапе турнира по футболу «Кожаный мяч». Сегодня проходили финальные игры на первенство промышленного района в трех возрастных категориях: и девочки, и мальчики. Победителей и призеров наградили. Теперь победители 18-20 на первенстве города примут участие уже в городских соревнованиях «Кожаный мяч». В парке работала спортивно-патриотическая площадка с выставкой оружия, полевой кухней, мастер-классами и мобильным комплексом ГТО. Также организовали выставку ведущих промышленных предприятий района, которые представили гостям праздника свою продукцию и провели конкурсы. Задавали вопросы, связанные с космосом, с историей нашего предприятия, с нашим легендарным конструктором Николаем Дмитриевичем Кузнецовым, с его деятельностью, с его биографией. Жители с огромной охотой принимали участие в этой викторине, отвечали на вопросы и получали памятные призы от нашего предприятия. Конечно, всех поздравляю. Промышленный район, я считаю, это самый лучший район в нашей Самаре. Я здесь с 2012 года проживаю. Меняется кардинально, колоссально. Потрясающие парки. Всех с праздником. На центральной площадке парка прошел концерт с участием творческих коллективов города. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События. В промышленном районе прошли дополнительные выборы в Совет депутатов. Это было необходимо в связи со сменой работы одного из народных избранников. Свои кандидатуры выставили три человека. Об итогах голосования в нашем следующем репортаже. Жительница Самары Лидия Петько на избирательный участок пришла одной из первых. Несмотря на хорошую погоду, она решила отложить все дела и отправилась выполнять свой гражданский долг. Вот парк подождет. И все другие дела тоже. А сегодня очень важный день для промышленного района. И я, как житель 10-го микрорайона, пришла проголосовать за кандидата, которого я выбрала. В выходные в областном центре выбирали депутата Совета депутатов по промышленному району. Проголосовать избиратели могли в субботу и в воскресенье с 8 утра до 8 вечера. Безопасность обеспечивали сотрудники полиции. К тем, кто не смог прийти на участок, члены избиркома приходили домой. Народ идет, люди заинтересованы в выборах и, скажем так, они знают о выборах и очень хотят отдать свой голос за соответствующего депутата. Было сложение полномочий одного из депутатов, скажем так, в связи с переходом на другую работу, и поэтому потребовались дополнительные выборы. В целом, по оценкам наблюдателей, выборы прошли ровно и честно. Жалоб ни от кандидатов, ни от избирателей нет. Позиция избирателей была определена. Победил кандидат от «Единой России», у него 70 с лишним процентов. Это тот показатель, который можно назвать неоспоримым с точки зрения претензий, возможно. Условия для голосования были прекрасные. И понравилось то, что активность наблюдателей была высокая. Там были партийные представители от кандидатов, были лица, которые выполняют функции доверенного лица, у них тоже есть свои права. Избирательная комиссия полноценная, она сформирована из людей, которые знают свое дело. К сожалению, не бывает часто так без каких-либо неожиданностей. Был и факт незаконной агитации, лицо, которое агитировало, по сути дела, в пользу одного из кандидатов. Он задержан, доставлен был в правоохранительные органы. За незаконную агитацию задержан секретарь первичного отделения КПРФ, председатель информационного комитета Ленинского райкома КПРФ. По итогам голосования депутатский мандат получит Дмитрий Пикулык, который набрал почти 70% голосов. За кандидата от КПРФ проголосовали 16% избирателей. Самовыдвиженцу граждане отдали 11% голосов. Светлана Тимофеева, Петр Паламеев, Григорий Плешаков. События.
На проспекте Масленникова и улице Мичурина в минувшие выходные выполняли укладку нового асфальтового покрытия. Работы шли на перекрестке улиц Мичурина-Масленникова. Обновление объектов выполняется на средства национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Какой материал использовали, почему удобнее работать сразу двумя асфальтоукладчиками и как преобразились дороги, узнал Михаил Ермоленко. Дорога по улице Мичурина активна даже в ночные часы. Поток машин не такой высокий, как днем, но все же маршрут пользуется популярностью. До начала ремонта, как отметили специалисты, дорога была сильно повреждена. Ямы и колейности в некоторых местах был разрушен и нижний слой асфальта. Необходимо было учесть все, чтобы ремонт вышел качественный. Сложность в том, что участок Мичурина разделен на разделение полос и участок, где разделены полосы встречного движения островами, вот этими газонной частью. Перед укладкой асфальтобетона специалисты проделали большую предварительную работу. С помощью установки холодного фрезерования удалили изношенное покрытие. Люки колодцев подняли на проектную высоту, чтобы были на одном уровне с новым дорожным полотном. Они с запорной системой, антишумные и антивандальные, что предотвратит кражи крышек. Кроме того, сделали выравнивающий слой, укрепили основание дороги на совокупной площади порядка 700 квадратных метров. Далее перед укладкой очистили основание от пыли, грязи и покрыли битумной эмульсией. Для устройства нового верхнего слоя покрытия применили высокопрочную смесь ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем. Использование современных материалов и новейших технологий является одним из важнейших требований при реализации нацпроекта. Данный вид асфальтобетонной смеси очень хорошо показал себя в прошлом году, то есть он способен выдерживать определенные нагрузки большие, которые являются на данных улицах как бы самым необходимым. Также это хорошая степенность колес автомобиля с покрытием проезжей части. Ну и непосредственно как бы сами его свойства и кубовидный щебень дают ему более надежный скелет. В минувшие выходные в ночные смены специалисты работали сразу на двух участках. На улице Мичурина, в границах улицы Николая Панова и проспекта Масленникова, а также на самом проспекте Масленникова, от Мичурина до Маломосковской. Работает два укладочных комплекса, работает звено катков, 7 катков у нас, порядка 25 человек. Рабочих работает, и главный инженер здесь, и заместитель главного инженера, и мастера. Все вот на первых укладках сами контролируем. Специалисты отмечают, что работать с задействованием сразу двух асфальтоукладочных комплексов удобнее. Производительность труда намного выше. Повышенное внимание уделили стартовым работам на проспекте Масленникова у выхода на перекресток с улицей Мичурина, где в позапрошлом году та же подрядная организация закончила комплексный ремонт проспекта. Крайне важно было обеспечить надежное примыкание нового полотна к устроенному ранее. Всего на двух дорожных объектах муниципальным контрактом предусмотрена площадь ремонта почти в 20 тысяч квадратных метров. Общая протяженность чуть менее 1,5 километров. Во время укладки весь процесс контролировали и специалисты дорожной лаборатории и подрядной организации. Необходимо, чтобы выпуск смеси был с определенной температурой. Непосредственно на заводе промеряем температуру и уже на месте укладки. То есть мастера, лаборатория проверяют на всех этапах. Следят за тем, чтобы используемая смесь отвечала всем нормам. Материалы отбирают прямо из асфальтоукладчика. Берут несколько проб, которые объединяют в одну. И все это направляется для испытаний и исследований. Проверяют на соответствие ГОСТам и контрактным условиям. После устройства нового покрытия из него необходимо отобрать керны. В этом процессе участвуют специалисты еще одной лаборатории – муниципального предприятия «Дорожное хозяйство». Прежде всего оценят физико-механические свойства. В минувшие выходные специалисты практически полностью закончили укладывать новое дорожное полотно на проспекте Масленникова. Укладка на проезжей части улицы Мичурина, которая должна быть обновлена в границах проспекта Масленникова и улицы Ярошевского, продолжится, но с учетом погодных условий. В период отсутствия осадков. Михаил Ермоленко, Светлана Тимофеева, Константин Головин и Петр Пламеев. События. Самарский филиал Третьяковской галереи, который находится в здании фабрики кухни, готовится к своему открытию. Внутри выполняются отделочные работы. Подрядчик обещает к середине лета полностью подготовить объект к вводу в эксплуатацию. Ход работ оценил депутат Госдумы Александр Хинштейн. И подробнее в нашем сюжете. Смотровая площадка с видом на Волгу станет одной из изюминок будущего филиала Третьяковской галереи, что откроется в здании фабрики кухни. Крыша одновременно сможет принимать сразу несколько посетителей. Но еще более захватывающий вид, в том числе показывающий уникальное расположение здания, откроется с еще одной смотровой вышки высотой более 30 метров. Сейчас определяют место, где ее установить.
Наша задача, чтобы человек, и здесь надо понять, конечно, с точки зрения визуализации, чтобы человек, поднявшись, он увидел всю панораму. Здесь ты поднялся, и все, вот оно перед тобой. Да, это будет наша Эйфелева башня. Да. Все и, будут обязательно просто... Однозначно, это будет реально очень крутая достопримечательность. Установку площадки и текущие работы с подрядчиками обсудил депутат Госдумы Александр Хинштейн во время своего визита на объект. Сейчас основной вид работ, который выполняют строители, это внутренняя отделка. Скоро начнут благоустройство территории вокруг здания. На объекте каждый день трудятся до 140 человек. Но, тем не менее, есть небольшое отставание от графика. Александр Хинштейн попросил ускорить темпы и сдать объект к концу июня. Итоги визита депутат подведет на совещании с Федеральным министерством культуры. Светлана Тимофеева, Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Благодарность и гордость за великий подвиг. В Самарском доме дружбы народов прошел патриотический концерт «Живи и помни». Его приурочили ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. На сцене для зрителей выступили казахские творческие коллективы. Подробность расскажет Ксения Баканова. Алтынай Айдналиева исполняет популярную советскую песню «Катюша» на своем родном языке. Бабушка и дедушка артистки с достоинством прошли Великую Отечественную войну. Поэтому для женщины эта композиция по-настоящему особенная. Ведь песня поднимала боевой дух солдатам, которые защищали страну от фашистских захватчиков, вселяла в их сердце надежду и веру в победу. Многие наверняка знают, что эта песня, она легендарная песня. Как бы русский вариант знают практически все, но тем не менее она была переведена более чем на 40 языков. И казахский в том числе. Мне почему-то эта песня очень близка. В Самарском доме дружбы народов прошел концерт «Живи и помни». Его приурочили ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Нужно передавать молодому поколению то, чем может гордиться народ. В том числе и своими сынами, которые участвовали в Великой Отечественной войне, совершали подвиги. К сожалению, погибали. Но если мы помним о них, то они живут. На сцене для зрителей выступили казахский ансамбль танца «Мереке», инструментальный кружок дамбристов «Самары», воспитанники казахской воскресной школы «Анатоле». А совсем юные артисты показали сценический сюжет «Дети войны», постановку о том, как казахи сражались вместе с другими народами за мирное небо над головой. «Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение!» Все достижения, которые у нашей организации есть, это наши дети. То есть мы им стараемся дать им патриотическое воспитание и, конечно же, и показать всю ту красоту, которая у нас есть в нашей культуре. Концерт прошел при поддержке Дома дружбы народов, национально-культурной автономии казахов Акжол и администрации Самары. Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События. В Самаре состоялся финальный этап городских соревнований «Мама, папа, я, спортивная семья». За звание победителей боролись 18 команд. Следила за конкурсантами наша съемочная группа. «Мама, папа, я – спортивная семья». В Самаре уже не первый год проходят физкультурные соревнования среди семейных команд. Калиновские на старте чувствуют себя уверенно. Папа Женя, мама Юля и сын Дима с физкультурой не только дружат. Спортом они занимаются регулярно. Главное – семейный дух и поддержка, уверены они. Эта формула успеха работает и в жизни, и во время соревнований. Решили, что надо показывать пример младшим, ну вообще детям, что быть вместе, что вот этот спортивный образ жизни. Молодежь – это наше все, и поэтому мы, как старшие родители, ну вообще в целом родители должны показывать, что дети должны заниматься спортом. Ни шагу назад, ни шагу на месте, а только вперед и только все вместе. Организатором финального этапа городских соревнований «Мама, папа, я, спортивная семья» выступил Департамент физической культуры и спорта администрации городского округа Самара. Всего за месяц у нас приняли участие более 100 команд, а это 300 человек, потому что семья у нас участвует папа, мама и ребенок. Каждый год у нас приходят новые участники, выходят в финал. Это говорит о том, что происходит нешуточная борьба. Люди приходят, понимают, состязаются, выигрывают и осознают всю значимость и важность занятий спортом. За звание победителя боролись 18 команд. Они были разделены на две возрастные группы – с детьми 7-9 лет и 10-12. Семьи прошли 11 испытаний. Среди них – надувные лыжи, мини-гольф, хоккейный фристайл, забег сумоистов, белящее колесо и другие. Для всех участников приготовили призы и подарки. Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События.
На этом наш выпуск завершен. Будьте здоровы, до встречи!